Здравствуйте, небольшой видеообзор на пилу Smart, полностью рабочая, полностью новая, кейс, только что собрал, поставил хомут цепкой, все положено, вот только что буквально в масле еще весь. Так, не прожмете, пока кнопку фиксации не опустите. Дополнительная подсветочка работает более чем хорошо. Вон, видите, капли от смазки масла. Натягиватель, болт выдвигает кожух. В принципе, ничего такого больше нет. Под масло, под смазку ключ, отвертушка и блок питания.